Майклу Джексону позвонили из Еревана. Говорят, вы приедете в Ереван, дадите концерт на стадионе Раздан. Там у нас 70 тысяч человек. А Майкл Джексон говорит, что я приеду, но при одном условии. Если ваши армянские инженеры придумают такой микрофон, у которого есть режим эхо. И, значит, армянские инженеры там 10 лет разрабатывают этот супермикрофон. Теперь уже настал день испытаний. Комиссия сидит там, вот это научно-техническое. Выходит этот конструктор, берет микрофон, потратили много денег. Он берет микрофон, говорит, раз, и раз, 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 раз. Потом раз, 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 раз. Все, говорят, все готово. Звонят Джексону, говорят, все, микрофон есть. Он вылетает, все, 70 тысяч битком стадион. Значит, дым, светомузыка и так далее. Начинается музыка, выходит Майкл Джексон, берет этот микрофон, говорит «Liberian girl» и раз, раз, раз.